Сеноты, подводные пещеры на мексиканском полуострове Юкатан, хранят в себе много тайн. Они формировались в течение тысяч лет. Постепенно дожди размывали карбонатную породу, своды обрушивались и пещера заливала водой. Okay. Недавно Институт антропологии Мексики вместе с Национальным географическим обществом и несколькими другими организациями решили создать полную цифровую карту этих пещер. А их на полуострове насчитывается около 6000. Также в рамках проекта фотографируют и делают 3D-модели всех найденных артефактов, например, человеческих черепов. Для этого подводным археологам приходится опускаться на глубину до 30 метров, работая в кромешной тьме. Подводным археологам больше не нужно брать с собой линейки или мерные ленты, чтобы определить размер черепа или расстояние от одного объекта до другого. Мы получаем всю эту информацию и даже больше при помощи фотографий и 3D-моделирования. Археологам предстоит обследовать территорию площадью 145 тысяч квадратных километров. Работа развернется в трех штатах – Кампече, Юкатан и Кентана-Роу. Ученые говорят, что, обследовав пещеры, смогут лучше изучить жизнь цивилизации майя, а также других древних народов. Мы можем манипулировать цифровым изображением как угодно. Мы можем поделиться находками с неограниченным числом коллег или студентов. Еще одно большое преимущество – мы можем физически воспроизвести все находки. Для исследований был определен маршрут. Сейчас группа археологов, биологов, геологов и технических специалистов находится в районе древнего портового города Тулум. Ранее в местных сенотах уже находили останки людей, а также вымерших хоботных существ гомфотерий, мамонтов, гигантских ленивцев, саблезубых тигров и медведей.